Каждый мечтает хоть раз в жизни выиграть крупную сумму и исполнить все желания. Пора проверить свое везение в одном из самых лучших покер-румов в мире. Это увлекательное занятие не даст вам скучать по вечерам и поможет заработать. Пати Покер каждый день выбирают для игры более 10 тысяч человек. Пати Покер – это полное русское сопровождение и поддержка, платежи по WebMoney, бонусные очки Пати Points. Вы играете, они начисляются автоматически. Их можно обменять на реальные деньги или купить билеты на самые денежные турниры. Множество игроков на любых лимитах и огромный выбор турниров, включая ежевоскресные на 300 тысяч долларов призовых и ежемесячные на миллион. Пати Покер – это отличная тренировочная база для новичков. Игра на Play Money без ограничений. Ставки в реальной игре самые низкие – от 2 центов. Лучший способ научиться играть и выигрывать – это фрироллы – турниры, в которых игроки могут участвовать бесплатно, но при этом выигрывать денежные призы. Фрироллы на Пати Покер проходят каждый день, а еженедельный призовой фонд составляет 20 тысяч долларов. Кроме того, можно поучаствовать в эксклюзивной серии фриролов Bankroll Builder, где можно начать карьеру игрока и побороться в ежемесячном турнире на 10 тысяч долларов. Фриролы на Пати Покер – это возможность без риска освоить все тонкости игры и отточить мастерство. Пати Покер – это интересные и выгодные акции для игроков любого уровня мастерства. Например, накопительный Bet Big Jackpot. Вы можете проиграть, но при розыгрыше этого джекпота получить немалую сумму. Размер джекпота растет по мере игры. При наличии 100 столов он увеличивается на 1000 долларов в час. Рекордный составил больше миллиона долларов. И еще один важный плюс. Начиная играть на Пати Покер, с первым депозитом вы получаете бонус 100% до 500 долларов. Все про то, как сориентироваться в программе и начать играть в Пати Покер, вы найдете на сайте всепропокер.ру. Вы уже хотите быть в игре? Легко. Итак, заходим на сайт www.patypoker.com, нажимаем «Загрузить». Появится окно, в котором нажимаем «Сохранить», а можно и сразу «Выполнить». Выбираем папку для установочного файла и жмем «Сохранить». Немного ждем, пока все загрузится. Потом заходим в папку с сохраненным файлом и запускаем «Пати Покер Сетап» меню. Нажимаем «Выполнить», потом «Продолжить» и ждем установки программы. Это произойдет очень быстро. Открылось окно, в котором нажимаем «Создать счет». Теперь самая приятная часть процедуры. Выбор имени счета – это будет и ваше имя на игре. Поэтому подумайте хорошо. Это может быть, например, имя любимого героя. Заполняем форму полностью. Не забываем правильно указывать почтовый адрес. Напротив строчки «О принятии условий» ставим галочку. Еще раз проверяем и нажимаем «Подтвердить». Все инструкции и правила здесь написаны на русском языке. И дальше разобраться будет очень просто. Сразу же вы можете сыграть на условные деньги – Play Money. Но советуем сразу открыть реальный счет. Все равно вам захочется выигрывать по-настоящему. Открыть счет легко. Нажимаем вверху «Касса», а потом «Депозит». Откроется окно регистрации. Заполняем форму и обязательно английскими буквами. Будьте внимательны при написании телефонного номера. Не забудьте указать код страны. А теперь самое интересное. Приготовьте телефон и нажмите «Подтвердить». Вам практически сразу позвонят. Говорить с вами будет робот. Как только он договорит, набираем на телефоне цифры, которые появились на экране после регистрации. Если вы звоните не с мобильного, то не забудьте перевести телефон в тональный режим нажатием звездочки. Надеемся, у вас все получилось. Перед нами откроется окно, в котором выбираем WebMoney. В форме, которая появилась на экране, заполняем всего две строчки. Сумму, которую вы хотите положить на счет и бонусный код депозита «Игра», чтобы вам начислили 100% бонус до 500 долларов. Нажимаем «Подтвердить» и на появившейся странице кнопку «Pay». Все, ваш первый счет на Пати Покер открыт. Теперь дело только за вашей удачей и сообразительностью. Пора начинать игру. Заходим в раздел «Покер» и там выбираем тип игры, например, «Реальные деньги». Также выбираем вид покера и, наконец, лимит столов. В центре видим список столов, которые соответствуют вашему выбору. Теперь нужно подыскать теплое местечко. В столбце «Игроки» ищем столы со свободными местами. Например, 3/6 значит, что из 6 только 3 занято. Жмем на понравившееся свободное место. В открывшемся окне выбираем сумму, которую возьмем на игру. Совет от всепропокер.ру. Берите с собой за стол не больше половины от максимальной суммы. Все, вы в игре. Держитесь за свои кошельки, соперники.